Глава района Адам Черим поздравил ветеранов поселка Черноморского с наступающим Днем защитника Отечества. Также на встрече присутствовали труженики тыла, дети войны, бывшие узники концлагерей. Огромное спасибо всем сидящим здесь, в этом зале, всем жителям Черноморского поселения, да всем жителям нашего района. Не было бы вас, не было бы нас. По-другому не скажешь. Поэтому спасибо вам от всех жителей, от всей молодежи. И дай Бог, чтобы еще долго-долго-долго мы все были вместе. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне юбилейные медали вручили 9 ветеранам войны и труда поселка Черноморского. Также виновники торжества получили памятные подарки от районной администрации. Творческие коллективы Черноморского дома культуры подготовили концертную программу. Продолжилась встреча в неформальной обстановке. Всего в год 75-летия Победы в Северском районе юбилейные медали получат более 400 ветеранов войны, тружеников тыла, участников блокады Ленинграда и бывших узников концлагерей.